Вот такой вот самодельный головорез с обычной болгарки. Подшипники. Вот, можно снять, закрутить прямо на углу. И вот уголы. Дверь на готове. Только буду снимать и показывать. Так вот, ровно, четко. Лежится. Площадка, не помню, сколько там было. 50 на 50, по-моему, квадрат. Вот. Можно так. Пока на полу, но скоро нужно будет куда-нибудь установить, чтобы удобно было пользоваться. Вот такой вот самодельный углорез из болгарки. Вот снизу. Обычные подшипники, стойки. Спокойно можно резать углы. Можно, если не ровно, отсюда регулировку сделать сверху. И все будет нормально. Резать углы прямые. Такие вот углы. Вот так вот. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Может, что не то. Напишите, будет всегда интересно узнать ваше мнение.